Сегодня новая газонокосилка подстригает высокую траву в Арбане. В использовании она совсем недавно, но мощный траворез паркового хозяйства уже привел в порядок территорию в районе воинской части Пуаскиской общей площадью порядка 25 тысяч квадратов. Ранее заросшие высокой травой участки приходилось обрабатывать либо вручную, либо с помощью трактора. Приобретена по торгам. На следующий год планируется подобного рода, называется райдеры нулевого разворота, увеличить количество для пользования. Ну, я скажу, что заменяет, наверное, человек 5-6. Она одна в работе. Стоимость по торгам рыночная в районе 300 тысяч. Это профессиональное китайского производства. Фабрика. Она уже четвертый день в работе. Вчера, к сожалению, не работали из-за погодных условий. Но сухую погоду она себя оправдывает на все 100%. Поверхностью плоская, она не перелазит через бордюры, допустим. Да. Это будут те районы, которые не облагорожены газонами, именно культурными. Только придорожные газоны с высокой травой. Сухостой, бурьян.